Доброго времени суток. Это Baldur's Gate 3 на доблести вслепую. Поэтому нам очень страшно, и как будто бы нам было недостаточно страшно. Но мы сейчас в темном-темном городе под названием, как его там называют, Рейтвин, да. Который поглотила тьма, и теперь в нем все очень плохо. Мы обследуем территорию в надежде найти какие-нибудь зацепки, которые дадут нам преимущество в будущем, и пытаемся не связываться с крупными группами врагов, скажем так. Так, за кадром Shadowheart немножко таки покидалась у нас зельями. Ага, тут можно пройти, а тут подсвеченная зона. Надгробие — это неспроста. Нет, не читается. Нет, никаких бросков на... спас-бросков никаких нет. Ясно. Местечко, конечно, но... ну, стрёмное. Так, ага, и тут вот какая-то еще дорога. Фонари не работают, все лампочки поворовали. Урна прямо здесь вот валяется, да? Надо ж кряб будет костей надоить. Так, темно. Капец как темно, мне еще сейчас солнце в монитор светит в спину, что как бы яркости, ясности не добавляет. Ага, я потратил кольцо громовое, надо сменить его на... кольцо. У чистой сферы обворожение. А, стоп. А вот это вот интересно. Лучистая сфера действует при провале испытания. При провале испытания. Минуточку. Еще один вопрос мне непонятен был. Преимущество при проверках мудрости. Нет, я возьму какой-нибудь заклинательный контур. Например, вот этот вот амулетик облака тумана. Или нет, лучше ледяной нож. Да. Так, ладно, продолжаем движение. Вот мы нашли какую-то запертую дверь и тапочки. Запертая дверь, дубовая. Она ведет в... в дом исцеления она ведет. Альтернативные пути. А тут вот крыша. По крыше можно тут пролезть. И нас вернет тогда к кладбищу. К месту, с которого мы начинали. Только не дрожащей рукой мы можем что, где, кто. Ой, это еще что. Маусторм, 7 уровень. Скальпель шар. Легендарная устойчивость. Нет, 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 нет. Я сюда не пойду. Я не готов. О, тут можно слезть нормально. Это радует. Так, вот, значит, мы вернулись на кладбище, где гуляли совсем недавно. Да, держась за ручки. Рафаил тут к нам приставал. Зазывал на этот. Ага, и вот тут вот... значит, попробуем теперь снова телепортироваться на дорогу врата Балдура. Там вдали как бы творится какая-то вакханалия. Мне не нравится то, что я вижу вот от слова совсем. Особенно вот там вот огры ходят. Ну, это капец. Да, одного огра я как бы победил в легкую, но мы же не знаем, что там еще есть. Я после этих проклятых феечек зубастых, я теперь параною просто на все. Я в бой буду вступать только если враги на уровень ниже. Лучше на 2, конечно. Так, может еще кому-то эликсир какой-нибудь бахнуть? Да не, наверное, нормальный. Так вот, Shadowheart почему-то не хочет носить щит. Я не знаю, что на нее нашло, но щит она надевает это самое неохотно. Так, а здесь вот у нас был какой-то квест на от эльфа, который что-то там хотел восстановить справедливость.
который был вовсе не эльф, а какой-то измененный тьмой, кто-то там, что-то там. В общем, тут надо знать глубокий лор. Another step forward. Так, у Уилла еще одно заклинание есть, прежде чем его отправлять на отдых. Но я его на отдых отправлять не буду, я просто заменю его на кого. Убывающая луна. Что это за место? Тут вот как бы в 3D ориентироваться довольно непросто. Но будем двигаться осторожно и надеяться, что темно. Очень темно. Вот, кстати, вопрос. О, вода. Вода пригодится. Это был сундук? Да, сундук. О, лепестки. О, эликсир магического развития. Давненько я, кстати, алхимией не занимался. Как отправимся в лагерь на отдых, так надо будет, наверное, заняться. Так. Ага. Темно. Просто капец, как темно. О, сортир. Чувак, тебе нормально? Нет, это надо как-то запечатлеть. Минуточку. Так. Это вообще символ всего, что здесь сейчас происходит. А, факел. У меня что, нет факела? Дайте мне факел. Так. Во. Плохо видно чувака. У кого там был амулет на пляшущие огоньки? Ага. Во, вот так. Так, да, выйди, выйди из кадра. Вот как-то так. Отлично. Кстати, а ведь огоньки-то не гаснут. Полотенце. Зачем мне полотенце? Огоньки-то не гаснут. А, хотя нет. Вот они погасли. Пляшущие огоньки погасли в зоне тьмы. Да. Хотя вроде как не должны были. А? Я слышу тут какое-то чавканье. Проклятый трубадур. Бухает, да? Четвертый уровень. Нормально. А, и он еще даже нейтральный к тому же. Ну что ж, это какое-то интересное место, и лучше в него заходить с возвышенности, мне кажется. Ну, наводись, сундук, наводись. О, свиток масла. О, у меня опять перегруз. Вот как-то так. Угу. Тут вроде все спокойно. Так, вывеска. Плут, коричневый щенок. Много пропавших питомцев. Ягодка. Черно-белая кошка. Досадно. Пропавшие питомцы, это очень неприятно. Убывающая луна. Distillery. Distillery в смысле это винодельня или ну, в общем там вает бухло. О, тут какие-то какой-то портал. Это нам туда. Это нам туда. Ага, вот, убывающая луна. Наказать нечестивых, найти журнал. Ага, ну мне теперь более-менее ясен расклад, и можно уже двигаться к лунным башням. Ага, найдем лунный круг. I can feel it. The absolute. Its power is strong here. А почему она говорит его сила?
А, портал так и называется, лунные башни. Какой, что мы говорим сюжетным квестом? Не сегодня. North, North Rythwin. East, Rythwin Tollhouse. South, Moonrise Towers. West, the Waning Moon. Угу. Мы пойдем в вест. Ага. Темно. Капец, просто как темно. What's hiding here? Темно, куча скелетов. Ну, обычное дело. Ага, и тут вот центральная статуя с головоломкой. Давайте подумаем. Вот центральной статуи с головоломкой, значит. Мне не нравится, что группе надо так плотно друг с другом взаимодействовать. Так. Табличка. Едипту очень нас вост. Чица ночь нас вост. Владычица ночи. Когда владычица ночи нас. Наша. Когда Торм что-то там. Ага. Утрат болей тонет. Ага. Еди у. Ага. Ну вот, влады. Влады. Чица. Ага, слова идут по строчкам. Владычица утрат. Так, еди у наша л трат. Угу. Непонятно только просто так. Вот, ну вот, вот очевидно, что влады и чица. То есть табличка, которая вот эта. Еди. У чица. Ага, значит, наверное, надо их читать вот в этой последовательности. Трат, боли, танет, анет. Наша. Нет, стоп. Трат, наша. Л. Когда... Ну, нет, наверное, не в ту сторону я читаю. Короче, я потом разберусь. Очень нас восстановить, восстановит. Что-то кто-то восстановит. Ага. А здесь вот нету прохода или чего-то такого. Наверное, их надо в правильной последовательности нажать. Нет, тут все сгнило. Ладно, разберемся сейчас. Тут одно из двух. Либо на них надо нажать в последовательности, в которой так, чтобы они сложились последовательно в текст. Причем, вероятно, что текст читается в разных направлениях. Так что сейчас надо сесть и на бумажке прикинуть, а это не то, что можно делать. Сейчас я скриншот сделаю, чтобы потом не мучиться с табличками этими. Это не то, что можно делать вот прям так. Хорошо, мы идем тогда с пятачком, мы идем в бывающую луну. Лунные башни. Мы идем в убывающую луну. Винокурня, убывающая луна. Ага. Лучше даже, наверное, зайти через верхний ярус, мне кажется. Потому что высота — это всегда преимущество. И возьму-ка я, наверное, амулет вот этот. Забыл у барда запросить.
двойные двери заперто. Остаён. Будь любезен. Угу. 10. Ну, это не серьезно. Окей, заходим. Смотрим, что нас ждет внутри. О, ничего хорошего. Некое складское помещение. А что за следующей дверью? За дверью номер 2. Красивая такая открытая терраса. Для бара самое то. Но тут нету ни стульев, ничего. Ага. Просто пустые бутылки. Ну, это разочарование года просто. Угу, так, а за этой дверью балкончик. Ага, и тут есть боковые какие-то проходы. Хорошо. Значит, работаем аккуратно. Ага. Проклятый трубадур. Стойкость нежити. А, это он зомби. Он просто зомби, без всяких. И тут много зомби. Тут много зомби. Угу. Как нам здесь войти? А никак. Нам надо было заходить через обычный вход. Окей. Что значит туда не попасть? А вот так. Ты серьезно? Тут не так уж высоко. Ладно, ладно. Где это заклинание-то? Перышко, перышко. Вот. Так, кого мы там забыли? Уилл? Не отставай. Окей. Так. Хм. Плавающие руки я ими толком-то и не пользовался. Ледяной нож. Дополнительно. Вот я молнию как-то, да. Там был шанс применить молнию, а молния у меня не была подготовлена. Как и сторожевая печать. Крутые заклинания, бьющие по площади. Надо исправить это упущение. Жаль, что я сам не могу настакивать вот эту вот силу своих заклинаний, потому что это легкая броня, а легкую броню мне носить противопоказано. Я тогда лишусь... ну, много чего я лишусь. И квас брони у меня сколько? 17? Так, а у Уилла 16. У Остаиона 15. Ага, ну Уилл еще плюшки получит, когда будет во тьме находиться. Так что ладно, заходим. Посмотрим, что на этой зомбированной винокурне нас ждет. Зомби-алкаши какие-нибудь, наверное. Все на это указывает. Все на это указывает. Эй, зомби! Здорово! The payday gold in my pouch is clinking, say hey for the pub. A single fault is what I'm thinking, say hey for the pub. Ну, чувак явно кайфует. Окей, значит они, видимо, не нападут, пока не будет выполнено какое-нибудь условие. Нападать на них первому? Возможно, имеет смысл. Но пока все идет отлично. Так, вот. Ингредиенты для зелий. Кружка пива. Так. О, еще один. Проклятый посетитель. Так и говорит. Проклятый посетитель. А ну, Шедухар, давай посмотрим на него во всей красе. I don't know you.
Perhaps I forgot you. Ну, да ладно, чувак, ты живешь своей, можно сказать, лучшей жизнью. Ходишь, бухаешь, бухаешь, ходишь. Что тебе еще что-то нужно от этого мира? Так, ничего здесь нет. Welcome to the waning moon, to lifelong friends, both old and new. Старым новым друзьям на всю жизнь. Окей. Может, тут можно что-то соухимичить? Было бы интересно. Проклятый бармен. О, налей-ка мне, бармен. Так. Это еще что? Ого. Явно какая-то бурда ядовитая. Так. Выбор персонажа. Shadowheart. Так, подойди поближе. Мне кажется, тут мне понадобится кое-что. Да. Если здесь будут какие-то испытания, то давай вот так. Что у вас тут подают? Я не думаю, что спрашивать его историю. Only the best. Oblivion and beyond. Go on. Cheers. Bottoms up. The curse has wrecked this man. This is no life. This is torture. Ладно. Leaning in, you can see how the creature's skin barely holds it together. The bulge of its belly is on the cusp of bursting wide open. Bloated as a pufferfish. Huh. He takes a few drinks, and I bet he'll pop. Извини, но я вижу, как эта бурда неоновым некросветом фонит. Я не думаю, что я осилю столько кружек. Так, выносливость, защитная накидка. А почему у меня нет... Ага, ловкости рук у меня нет. А ну-ка, давай. У меня есть эликсир героизма, но я тогда потрачу благословение. А, о, у шадухи же есть устойчивость, точно. Так что давай, вот так. Других бонусов вроде не предвидится. Ага, ко всем испытаниям, да? А почему у меня нет преимущества проверок на выносливость от магического камня? У меня ж камень-то есть. Будем надеяться, что мне хватит вдохновения. Окей. Одобряет. Даже Астайон одобряет. Да. A small sip you take. Fear not. You will soon quaff as I do. Как бы... Удобно, удобно. Типа пивная шляпа. Но спасибо, хоть кружка маленькая. Tell me a story, a fable, a saga. Delight me. Ну давай поговорим за жизнь, Тисабальд Торм. Исполнение, исполнение, исполнение. А сколько у меня исполнения? Минус один. Что ему понравится?
Красоты природы в роще руинов нет. Исполнение та-та-та-та. Грубого червя в подземье. Высоченная башня могущественной магии. О, вот дьявол угощал меня во дворце. Эта тема найдет свой отклик. 18 сложностей. Не, я потрачу все-таки слот. Даже знаете что? Не, не работает это, да? А дружбу на него вешать 10 ходов действует. А, вот так, давай. 15, 17, минус 1. Не получилось. Давай перебросим. Наставление кидать нельзя, потому что это тоже концентрация. 19. Минус 1. Работает! Работает! Надо всегда шадухи этот спел держать активным. Да, нашло отклик в его душе, я смотрю. You ask, you drink, then you amaze, infuse astound me again. Так, плюс 2 выносливость или просто ловкость рук. А ну давай. Father Catherine's laughter, not joy, not ever, never, only laughter. Так, окей. У меня должен был быть магический камень. Где мой волшебный камень? Сейчас я еще смухлюю, мне нужно преимущество на испытание. Где мой волшебный камень? Неужели я забыл создать трансмутационный камень с утра? Что-то утро как-то не задалось. Сперва Уилл, теперь вот это. Пойдется, наверное, и эликсир тратить. Есть у меня какое-нибудь шматье на преимущество? Ну, все, что есть, у меня и так уже экипировано. Так что нет. Кто мне может по... О, точно, точно, вот, знаю, что делать. Уилл, возьми себе амулетик на этот... где он тут? Да нет же. А где этот амулет? Неужели он у Карвах остался? Он остался у Карвах! Черт, ладно, придется как-то... ладно, значит, кетерик, да? Ловкость. Плюс 2 выносливости. А, ну да, нормально все. Так. Концентрация. Сейчас шадуха свод сожжет. Ладно, пусть так. Если не сработает, то... 15. Пронесло. Ну давай, бухаем. Не часто удается одобрение Астариона получить. Так что используем слоты по полу. Ой, бурда. My mind is my power. More stories. Ну ладно. Vanquished beast bastard. Ага, так. Кроватые бесы Аверна, медведи сыч. Я не убивал медведи сычей. Так, убил омерзительную коргу. Нет, грозный фазовый паук, булей. Огромное существо. Да, давай вот это. Больше бонусов не будет. Окей. Еще одно очко вдохновения. Еще одно.
19. Фух. Окей. Харизма не нужна, говорили они. Грозный противник. Ты прикольный чел, Тиса Бальторм, что я могу сказать? Father Catherick created, Father Catherick sustains. Ага, ясно. Silence. Снова возвращается к Кетой, да? 18. Благословение, ладно, так и быть. Девятнадцать. Потратив эликсир, ну ладно. Посмотрим, насколько я силен против кубов. Each swig is as painful as the last, but you remain in otherwise sound mind and body. Что-то его уже проняло. You want father's personal mysterious secret? No, not never. Father sent orders commanding. Don't say it. Don't say it! Her cage! Talk and perish! Die! Buried in thorn too! Кем надо быть, чтобы превратить своего сына в такое? Да. Вспышка справа. Окей. Куча опыта. Крысиная бита. Ага, Тисабальд Торм. Ну, я думаю, ему, чтобы у него там не было, уже не понадобится. Ну что, чувак, это был неплохой бухич. Ага. Потертый ключ, куча ингредиентов. К сожалению, нет ингредиентов для тех эликсиров, что я... Да, взять все. Конечно же, перегрузка. Сейчас мы все эликсиры возгоним, чтобы от перегрузки избавиться. Ах, так. Эликсир героизма. Благословение и 10 временных АЗ. А что дает благословение? По-видимому, плюс там что-то к испытаниям. О. А ну-ка, так, мудрость плюс 3, модификатор мудрости, ага, к испытаниям именно, не к проверкам. Так, крысиная бита, отбитая половица, журнал Медлин, и пофиг на перегрузку. Так, внимание темного офицера Ниташи. Так, Кетаик такими темпами не сможет удержать умные башни, Тормы пристроились на самые теплые места. Так, Бенджамин Бланш. Шутили о Торме. Говорили, нытик, та-та-та-та. Так, Леди Наташа. Марк и Бен говорили ужасные вещи. Они мои... Ага, кто-то, короче, донес. Они были расстроены. У ему резали жалования, они набухались. В общем, они неплохие, но они говорили плохое про Кета и Котором. Госпожа Утрат гордилась бы тобой. Не волнуйся. Мы с твоими ребятами просто побеседуем. Обещаю. Ага, как же. Ладно. Остаён. Наказать нечестивых. Реликвия. Так, пивовар сказал, что ее клетка где-то в усыпальнице Тормов.
Не совсем понятно, что за женщина имеется в виду. Так, а где, вот, наказать нечестивых? Журнал, отдать его тому, который был. Хорошо, найти Зевлора. Родители Арабеллы. Да, это тоже надо сделать. Ладно, мужик, это было душевно. Так, а что за крысиная бита? Крысиная бита. Синего цвета предмет. Преимущество при бросках атаки против животных. Любых бросках атаки, да? Двуручное оружие. Преимущество при бросках атаки против животных. Это может быть интересным. Шедуха, забирай. Так, ну что ж, на этом мы заканчиваем. Нам удалось победить кубы. То есть полностью победить, но ценой, к сожалению, утраты одного эликсира. И Shadowheart сожгла спелслот второго круга. Да! Камень трансмутации. Вот если бы я создал камень трансмутации на выносливость заранее, с утра, как это положено настоящему чародею, я бы так не мучился. Капец, как же я так облажался-то?